Делегация из Северо-Казахстанской области с бизнес-миссией побывала в Тюмени, организованной торгово-промышленной палатой Тюменской области. В состав делегации вошли представители строительных организаций региона, легкой промышленности, специальной экономической зоны Кызылжар, управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, региональной палаты предпринимателей и областного филиала национальной компании «Казахинвест». В рамках визита североказахстанцы посетили ряд промышленных и строительных объектов Тюменской области. Провели встречу с заместителем губернатора Андреем Пантелеевым. Ознакомились с работой инвестиционного фонда Тюменского региона. Наш регион активно взаимодействует с партнерами из Российской Федерации, в том числе в сфере инвестиций. Такие проекты, как Cool Infinity, тракторный завод, успешно реализованы в Северо-Казахстанской области. В планах проработка ряда совместных проектов. С нами также были предприниматели, крупные предприниматели нашего региона, именно строительной отрасли. Всем известно, что на сегодняшний день мы активно развиваем строительную отрасль Северо-Казахстанской области. И для нас было важно, скажем так, обменяться опытом, провести переговоры с потенциальными инвесторами, российскими инвесторами, для дальнейшего развития нашего региона.